2 200 000 туристов посетили Алтайский край в прошлом году. По итогам 2023-го власти региона ожидают рост на 5-7%. Мы первые в Сибирском федеральном округе по количеству мест размещения туристов. В этом направлении правительство региона проделало большую работу. Ее увидел своими глазами и оценил на отлично глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он посетил туробъекты в Белокурихе и Бирюзовой Катуни. Алтайский край действительно эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером развития экономики. Причем не когда-то, а что называется уже здесь и сейчас. Алтайский край привлек в бюджет, получил вернее в бюджет от туризма 2 миллиарда рублей в прошлом году. И это уже такой существенный сектор экономики. Самую большую федеральную субсидию на строительство модульных отелей, почти 945 миллионов рублей, получил Алтайский край. А в прошлом году привлек 2 миллиарда 600 миллионов частных инвестиций. Это рекорд за последние 5 лет. Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение на общую сумму по развитию туризма и курортной деятельности, на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Это 4500 новых дополнительно номеров к тому, что уже есть у нас на территории края. И это 4000 новых рабочих мест. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя. Конечно, не туризмом единым, но и туризмом обязательно. Развитие сферы туризма – это еще и налоги. Их можно направить на строительство и ремонт дорог, школ, детсадов, больниц региона. Собственно, это и происходит в Алтайском крае. Без его развития невозможно развитие туризма, отметил глава Минэкономразвития. Здесь уже многое что есть. Здесь есть жизнь, И жизнь, Виктор Петрович, его команда за последние 5 лет сюда реально вдохнули. И здесь есть новые инвестиции, сейчас будут новые стройки и так далее. Все очень здорово, очень позитивно. Прям приезжайте на Алтай. Я думаю, каждый из нас, кто не был, удивится точно и восхитится, кто был когда-то, увидит, как много изменилось. Туристов привлекает богатая природа и развитая инфраструктура. Инвесторов – высокий спрос в любое время года. Как итог, дополнительные доходы от сферы туризма. Сегодня это существенный сектор экономики Алтайского края. Анастасия Меньшакова, Дмитрий Козерлыга. Новости.